Массовые сокращения в Кольчуг-Цветмете. Руководство одного из градообразующих предприятий Кольчугино ЗАО «Кольчуг-Цветмет» объявило о масштабном сокращении персонала. Уже в июне этого года без работы могут остаться 343 сотрудника крупнейшего российского завода, выпускающего почти 30% всего объема проката цветных металлов в нашей стране. Основная причина такого радикального решения – резкое падение рыночного спроса на продукцию завода. В прошлом году потребление проката в России и СНГ сократилось на 14-15 тысяч тонн, что негативно сказалось на загрузке мощностей предприятия. По этому вопросу было проведено срочное совещание, в ходе которого руководство завода «Электрокабель» заявило, что готово трудоустроить часть уволенных с Кольчуг-Цветмета сотрудников, а остальных якобы пообещала пристроить местная администрация, открыв новые вакансии в бюджетных и муниципальных организациях. Ни на заводе, ни в районной администрации ситуацию пока никак не прокомментировали. Между тем, в Кольчугино 30 апреля ждут губернатора Светлану Орлову. Как удалось выяснить, в ходе визита планируется и заезд на проблемное предприятие. К слову, первая волна массовых сокращений прокатилась на Кольчуг-Цветмете 7 лет назад. Тогда с завода были уволены 600 человек.